Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в очередной раз проведем розыгрыш ценных призов, которые мы проводим регулярно у нас в группе. Вот, и сегодня мы определим 6 счастливчиков, которые выиграют фитнес-браслет, любую пару футбольной обуви, спортивный рюкзак, чехол, шлем или стильные часы. Да. Напомню, что для участия в данном конкурсе необходимо было быть участником нашего сообщества, сделать репост данной записи, подписаться на наш канал на YouTube и не удалять запись до этого времени. В принципе, все понятно, все ясно. Я думаю, с этим проблем не было. Также дополнительно мы разыграем дополнительный приз. Это футбольный мяч. Его получит тот из вас, кто имеет больше всего друзей из нашего сообщества. Значит, для этого необходимо было в комментариях скинуть скрины вашей странички, где было бы видно, сколько у вас друзей. Да? Значит, смотрим. Вот Артур, да, значит, 165. Влад, вот. 176. Значит, тут 163. Ну и тут уже пошло дальше по убыванию. Значит, футбольный мячик у нас получает Влад Шлопатский. Влад, с тобой сегодня свяжется наш менеджер, уточнит, куда тебе отправить твой мячик. Поэтому поздравляем тебя. Думаем, с этим мячиком ты будешь играть намного лучше футбол. Значит, по всем остальным, то есть, да, 6 призовых мест. Значит, определять победителя мы будем через сервис Random App, да, с помощью генерации. Значит, ну, не будем тянуть, значит, жмем кнопочку определить победителей. Вот, и мы видим, что у нас 6 человек, 6 победителей, которые разыграли все наши призы. То есть Ксения, Влад, Денис, Иван, Сергей. Сегодня с вами свяжется наш менеджер, уточнит все детали, кому куда отправлять, как отправлять, кто будет получать, в общем, все нюансы. Поэтому будьте онлайн, чтобы мы смогли с вами связаться. Вот. И не забывайте при получении подарков делать фото, видео, отзывы. Для того, чтобы ребята, все остальные понимали, что это не развод, что это действительно все честно, и все победители получают свои призы. Поэтому мы вас поздравляем. Я думаю, что все вы будете очень сильно рады и довольны подарками, потому что подарки действительно очень крутые. Значит, всем остальным хочу пожелать, чтобы они и дальше участвовали у нас. Да? Буквально уже завтра у нас стартует распродажа, где будут очень большие скидки, там до 90%. Поэтому если кому что надо, смотрите за анонсами, выбирайте, покупайте, да? Вот. И уже, я думаю, на этой неделе у нас будет стартовать новый конкурс. Я думаю, он будет не менее интересен, чем этот. Поэтому следите, участвуйте, выигрывайте и надейтесь, удача улыбнется именно вам. Всем спасибо, пока.